В Кировске состоялись учения специалистов экстренных служб. Они на практике отрабатывали обнаружение и спасение пострадавших при сходе лавины. По легенде учения, спортсмены катались по склонам и вызвали сход лавины, в плену которой и оказались. На месте происшествия спасатели организовали лагерь, сформировали поисковую группу и выдвинулись к точке вероятного нахождения пострадавших. Прежде всего, они начали поиск с помощью ПИПСа, высокопроизводительного лавинного датчика с технологией бипера самого высокого уровня. Прибор выдает сигнал, который облегчает нахождение пострадавших в лавине. Далее участники учений проводили зондирование группой, выстраивались в ряд и, опуская специальные щупы в снег, исследовали каждый квадратный метр. Откапываем человека, осматриваем, если есть признаки жизни. Доктор или врач, или фельдшер анализирует ситуацию, и производится помощь и эвакуация